Спасибо. Я все вот это хаваю, у меня выбора нет. Представляешь? Foodband.ru. Foodband, Дмитрий, доброй ночи. А, Светлана, вечер вам добрый. Прошу прощения, что так потревожил поздно. Ну, что там, заказ? Вы куда звоните? Как куда? Foodband. Заказать покушать. Да, меня Дмитрий зовут. Не, я понял, я звоню вот еду заказать. А я как сказал? Вы сказали Светлана, я и подумал, что вы не туда попали. Да не, ну какая разница, Светлана, Дмитрий, там Саша. Большая разница. Какая разница? Абсолютно нет никакой разницы. Вы давайте мне лучше еду оформите. Я человек серьезный. Заказать и на какой адрес? Я, значит, сейчас нахожусь в Москве, да, приехал расслабиться здесь, отдыхаю. Вы меня узнали? Губернатор звонит. Не узнали. Губернатор Жмышен. Хорошо, я понял. Значит так, вот это вот, знаете, вот вы же в Москве правильно адрес попал? Адрес подскажите, пожалуйста. Я правильно попал? Москва же, да? Да, вы адрес назовите, да, свой. Да, Волхонка, улица Волхонка, 6, строение 7, 27 квартира, 3 подъезд, Волхонка. 6, строение 7, 27 квартира, 3 подъезд, этаж? Да, 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 Жмышенко, этаж 4. Этаж как? Этаж 4. Да. Значит, хочу здесь оформить еду. Я хочу пиццу разную. Мазерати. Ой, моцарамбамба. Как называется? Вот. Я просто человек не молодой. Моцарелла? Да, вот мазарамба. Я просто человек не молодой. Но поймите меня правильно. Моцарелла — это сыр. Есть пицца Маргарита, есть пицца Мюнхенская, есть мясная, мексиканская, миланская. Моцарелла — это сыр. Миланскую точно не надо. Такую мне даже и не предлагайте. Если есть лоловская, там, либо юсиковская, то можно. Милановскую мне не надо. Так, ну, насчет Маргариты еще подумать можно. Мне нужна большая, 40 сантиметров Маргарита, да? Добавил. Куда? В заказ. А, я понял. Аппетитная курочка есть у вас? Есть. Есть, да. Прекрасно. Дополнительно что-то обсуждаем, там какие-то дополнительные добавки или все по классике будет? Аппетитная курочка 30 или 40 сантиметров? 40 сантиметров. 40, 30 не предлагать. Добавки вам какие интересуют? Ну, какие-нибудь там, допустим, халапеньо там, потом этот, добавить еще марципан, вот этот вот марципан, добавить побольше присыпку. Моцарелла. Да, да, марципан, вот туда его добавить. Моцареллу добавил две позиции. Не, моцареллу мне не надо, марципан, сыр добавьте. Ну, сыр, моцарелла. Ну, которые мы обсуждали ранее. Марципан, да? Марципанов у нас нет. Есть сыр моцарелла. Нет, сыр моцареллу мне не надо. Мне сыр мне надо марципан сыр добавить туда. Нет такого. Ну, так вы сказали, что у вас есть сыр марсиан. Моцарелла. Это какой, твердый сорт сыра, либо итальянский? Итальянский твердый сорт сыра. А откуда вы сделали? Где его? В Италии или, как обычно, непонятно где? Нет, это все местные продукты. А, ну понятно, московская, да, замкадышная. Ничего страшного. Можно, да, тогда курицу добавьте. В аппетитную курочку добавляем халапеньо, одну порцию, одну моцареллу. Это я в курсе, я уже вас неоднократно заказывал, уже должны знать меня, губернатора. Да, еще огурцы туда маринованные. Добавил. Добавляйте. Больше еще лука красного. Две порции. Максимально много.
Добавил. Значит, два штуки, да, добавили с присадками. Да. Я понял. Есть ли этот сыр Russian Paradise? Нет. Присадки есть? Нету. Нет. Это пицца Из или сыра вообще? есть пармезан еще есть из Не, сыра. мне если сыр, то только вот этот марсинпан, марсинан, марзента, Моцарелла. мазарета, да, точно. Вот ее туда же добавляйте, две мазареллы. Добавил. Так, все это у нас она получается под стоимостью, вот эта большая с добавками. Тут 685 у нее цена стоит без добавок. Тысяча, да. Сейчас ваш заказ маргарита 40 сантиметров и аппетитная курочка 40 сантиметров с двумя порциями лука, с двумя порциями моцареллы, халапеньо, огурцы маринованные и курица стоит 2400 рублей. Не, мне еще надо две пиццы. У меня большая компания здесь. Две каких пиццы? Мне еще нужна сливочная с этими самыми, тоже с добавками сливочная, с бархатными тягами, чтобы была она. Сырными бортами. Да. Тяги, чтобы бархатные были. Я не добавил сырный борт. Да, правильно сделали. Пепперони два штуки. Два кусочка колбаски. Добавил. Кафтеме. Что-что? Кафтеме тоже добавьте. Я не понимаю, что вы говорите. Кафтеме. Кафтеме это итальянский сыр. Есть у вас такой? Нет, у нас из сыра есть только моцарелла и пармезан. Я понял, у вас нету ничего хорошего тогда из сыров, да, не знаете. Но ничего страшного, замкадыши там все такие. Я сам когда-то был там пару лет. Тогда курочку еще добавляйте и лука. Курицу и красный лук, да? Курицу одну, красный лук одну. Еще добавьте рикимару. Это что такое? Бекон. Вы что, не понимаете, что московского? Бекон добавил. Моцарелла. Да. И моцареллу одну Не, добавил. моцареллу не надо, марципан давайте. Марципанов у нас нет. Я понял. Ну, тогда не знаю, у вас помидоры косогоровские есть? Помидоры есть. Косогоровские. У вас были маленькие такие косогоры. Там доставщик привозит часто. Бархатные. Нет, обычный классический помидор. Ясно. Классику не надо мне. Хорошо, дальше идем. Последняя пицца набираем. Пепперони Блайт. Большая. То есть все большие 40. Угу, слушаю. Так, по добавкам. Значит, к пепперони Лайт добавляем пенчу. Пенчу. Сухач. Это что? Сухач. Что это такое? В смысле? Ну, кетчуп. Кетчуп. Сухач. Пепперони идет по умолчанию. Ну, Там не кетчуп идет. ну, сухач, правильно. Там пицца-соус идет. Не, ну соуса, значит, сухача туда поддобавить, поддать. Пенч. Ну, соус пенча. Нету такого. Но дополнительно соус мы в пиццу добавить не можем. Такой опции нет. А, ну кетчуп пенчо. Французский. Да, такой опции нет. Добавить Хорошо, соус. Тогда касательно халапеньо сухачело. Сухача туда посыпьте. Халапеньо добавить? Сухачело, да. Халапеньо. Не, сухачелью. Такого нет. Я понял, значит. Есть халапеньо. Ясно. То есть не хотите, да, добавлять? Если бы я мог, я бы добавил. У нас есть халапеньо, сухачения у нас нет. А пенеченью? И пенечения нет. Не, вы что-то не поняли меня, да? Или вам по-московскому сказать, точнее, по-вашему, по-замкадышному, чтобы вы поняли. У нас есть халапеньо. Не, это вы себе оставляете вот эти вот пенью ваши. Мне нужен пенчо. Пенчо у нас нет. Сухачело. И сухачева нет. Ясно. То есть некомпетентный, да? Для губернатора. Касательно грибов, что мы имеем? Шампиньоны? Не, нормально, есть какие-то?
Шампиньоны. Не, я сейчас серьезно, не шучу, что. Мне грибы нужны нормальные. Я вам серьезно отвечаю, у нас шампиньоны это Не, а нормальные больше грибы. никаких, да, не бывает. Маслята, маслори. Маслори есть или каруман? Ну, нет, их нет, их в пиццу не добавляют, потому что их хранить очень А, ну понятно. хлопотно. Давайте тогда вот этот, у вас, надеюсь, шампиньоны Дмитрий Урич. Ну и от этого бренда. Шампиньоны у нас хорошие. Дмитрий Урич, правильно? Ну, компания сделала. Это Они просто у нас мои хорошие. подрядчики. Кто? Хорошие шампиньоны. Я понял, да. Дюза, да, значит. Хорошо, давайте пару дюз добавляем туда еще. Что добавляем? Дюза. Мы шампиньоны добавляем? Шампиньоны одни только. Одни шампиньоны в пепперони лайт 40 сантиметров. 40 сантиметров, чтобы не на миллиметры больше, либо меньше. Я буду мерить. Дальше. Касательно перца, что мы имеем в арсенале? Болгарский перец есть. И все. Нормальных русских перцев не имеем, да? Это нормальный русский болгарский перец. Но как же он русский, если он болгарский у вас? В Болгарии, если вырос? Нам нормально, В России что-нибудь наше есть? русский болгарский перец. Я понял. Значит, и здесь вы меня, значит, ну, начинаете смешить, да, вот этими вашими. Типа вам смешно. Вы что, Павел Воля, что ли? Я Нет, вас это русский болгарский перец, он выращен в России. Нет, так а как же он русский, если он написано болгарский у вас? Да? Это название такое. Ясно, то есть название. Хорошо, тогда будем называть машину Жигули. Не Жигули, а Жигулини. Как вам такое название французское? Нормально. Я сам француз, я знаю, просто отельный. Я могу и по-французски, и по-немецки вам здесь рассказать. Но это ладно, вы сюда не вникаете, здесь умные люди. Так, хорошо. Касательно роллов, есть что-то у нас? Пепперони лайт мы добавляем только шампиньоны, получается, да? В смысле, я же вам только что сказал касательно пенчеса. У нас нет пенчеса. А сухачело? И сухачева нет. Ясно. А, глеческий салат хоть имеется в наличии? Греческий салат, Да, да, есть. глеческий. Греческий. Глеческий салат, да, я какой сказал? Греческий салат у нас есть. Глеческий салат, пожалуйста. Что у вас там по комплектации? Ну, вес какой у него? 275 грамм. Гривень? Грамм. А, то я же испугался, блин. Я понял, 275 гривен, да? Грамм. Еще раз повторите. 275 грамм. Хорошо, глеческий салат, да? 375 Греческий рублей, салат. правильно понимаю? 375 рублей, верно. Отлично. Двойной можно? Две порции греческого салата добавил. Не, мне не две, мне одну большую. Два в одном. Ну, у нас одна порция 275 грамм. У нас объем тарелок под одну порцию А, то есть вам греческого тарелки салата. еще привезти? Тарелки нам привезти? Ну, а чтобы вы в одну все положили, а как? Ну, мы в две положим. Так, а как мне потом, что, с одной съел, потом с другой съел, или как? Ну, вы одну можете скушать, потом одну в другую поставить и потом также ее скушать. Я понял, то есть я Удобно. должен глеческий салат есть в отдельных емкостях, да? То есть так вот, да, с губернатором поступаем, да? Касательно коктейлей, ладно. Что у нас там по закуске на коктейлях? Может уже остановиться, потому что так время сколько занимаю. Вы же меня простите, я не молодой. Может что-то не так там, да? По названиям немножко путаюсь. Касательно коктейля Лолочка. Есть такое?
У нас нет коктейлей, у Ну, нас десерт, есть Лувочка. безалкогольные напитки, Я по вам про это, я соки. сейчас, алкоголь даже не обсуждается, я спортсмен, мне не нужны вот эти ваши шутки про алкоголь. Касательно коктейля этого, точнее я, десерт Лулочка в шоколаде, есть такая? Десерт у нас есть торт Black Gin шоколадный, очень вкусный. А, ну вот это Лулочка, да? Black Gin. Давайте просто Лулочка джин и все. Торт Black Gin, Лолочка шоколадный. Вот. Так мне Если вам как-то так даже больше удобнее. нравится. Я просто бывшую звонил. Добавил. Лолочка, она постоянно его любила. Царство небесное, войну схватил ее и не отпустил, к сожалению. Ну, ничего страшного. Как говорится, женщина женщине рознь. Вот. Женщина одна ушла, другая пришла. Круговорот женщин в природе. Отлично. Воки еще делаете в такое время, нет? Что делаем? А воки? Воки делаем А сколько они вообще будут по времени делать? быстро, 7 минут, 5-7 минут. 5-7 минут. А мне, если 3 штуки будет, чтобы умножать время, да? 20 минут на 3 вока. Ну, у нас на заказ определенное время, то есть там зависит от количества поваров, сколько будут участвовать в готовке. Обычно это все параллельно делается. Ясно. А делать вы будете, либо женщины? Сотрудники ресторана. Ну, ясно, женщины, да? И женщины, и мужчины. Ну, то есть, понятно, вы в этом будете принимать участие. Я понял. Касательно вот этого вот парма рукола, объясните, это что, новая пицца какая-то? А вок вы не сказали, какой будете. Так мы же с вами остановились на чем? На воке или на чем? Вы последнее заказали торт Black Gin Лолочка шоколадный, и потом Шоколадная, да. перешли на воки и спросили про время, а какой вок вы не уточнили. Я понял. То есть вы хотите сейчас мне вот сказать то, что я еще и забыл что-то, да? То есть, ну, сейчас намекаете на то, что я не Нет, уследил за если речью. вас поки не интересуют, мы можем их опустить и приступить к следующему, что вы там Не, я хотели понял, я сказать. вас понимаю. Вы сейчас смеетесь над тем, что я старый, да? Ни в коем случае. Я Я понял. просто вам напомнил, на чем мы остановились. Но мы с вами на чем остановились? На воках? Да, вы спросили про время и кто их будет готовить. Ну, и в итоге вы будете готовить, да, женщины? Сотрудники ресторана. Я понял, то есть вы. Значит, касательно удона терияки, да, вопрос есть такой, тоже его закажем, да, туда, 400 грамм, правильно понимаю? Да, верно. Двойной. Две 800. порции удон терияки. Две порции, да. И туда добавление нужно. Есть допы какие-то туда? Да, есть. Присадки. Есть присадочные молекулы? Ну, все из молекул состоит. Говядина, курица, Не, креветки, говядину не свинина, предлагаю. халапеньо, шампиньоны, болгарский перец. Давайте без говядины. Я здесь такие вещи не обсуждаю. Касательно говядины мы откладываем. Касательно пенчиса сюда его. Пенчиса у нас нет. Так у вас же был пенчис. Не было. А сухачендру? Халапеньо были. И сухачендры не было. Халапеньо были. Странный человек. Касательно болгарского перца даже не заикайтесь, потому что я хочу русский перец есть, а не болгарский. У нас своего перца хватает, а вы здесь суете какой-то не наш. Это наш. Непатриотично. Поэтому касательно креветок. Креветок можно добавить. Московских. В оба удона добавляем креветки. в оба, Или в да. один. Кто гондон? Без понятия. Вы сказали Я сейчас уточнил, у гондон. вас в один или в два. Вы сказали, я гондон, что ли? Нет, я спросил, в один или в два. Во что, гондона? Удона. В А. один удон или в два удона? А, мне послышалось гондон. Я понял.
Креветки, да, два Да гамбургера. время поздное уже. Ничего страшного. Я понял, тогда в два гандона от креветок насыпьте. Время, как Да, говорится, добавил. время быстро проходит, время, оно как вода. Время протекает, как лужа. Вот, поэтому я человек уже не молодой, вы уж меня простите. Что там по напиткам вообще у нас сегодня, как говорится, имеется в арсенале? Есть нормальный напиток Курарора? Нет. В смысле, У нас есть соки, Курарора нету? апельсин, вишня, яблоко, кола, Ну, Курарора. апельсин, лимон, лайм и добрый кола без сахара, Нет, лимонад добрый не домашний, надо. морс. Есть нормально Курарора без доброго. Нет, у нас, я вам перечислил у нас напитки. Еще есть чай каркаде с корицей. Чай с крокодилом? Каркаде. Чего? Нормально, можно по-русски? Каркаде. Это что за фрукт? Это чай каркаде, сорт такой, красный чай. Ну, это ж не российский, правильно, сорт, я так понимаю. Он в России мало чая растет. Как это мало растет? Если захочешь, все вырастет. Это все-таки, как говорится, трава. Значит, касательно роллов. Мы с вами определились, да, по поводу роллов? Роллы вы мне еще не Мне говорили. крокодил не нужен, сразу вас предупреждаю. Я не из этих. Не надо мне ваш чай. Понятно вам? А пить что вы будете? Я пить буду. Я здесь разберусь. У меня есть тут выпить. Чё? У вас, если алкоголя нет, Хорошо. даже не предлагайте вашу выпивку. Роллы какие вас интересуют? Филадельфия нужна с окунем. 8 или 12 штук? Ну, чем больше, тем, наверное, дороже. Соответственно, тем не лучше. Тогда давайте поговорим о 8 штуках. Филадельфии с окунем у нас нет. У нас Филадельфия с лайт, Филадельфия с креветкой, лососем и угрем. С окунем у нас отдельный кранч с окунем, кудрявый Какой окунь. кранч? Кранч. Ну, ясно, кранч. Ну, это я понял, это грин ролл, а вы имеете в виду. Нет, это не грин ролл. А, понятно. Опять вы меня здесь не пойми, что пюхиваете. Мне нужна Филадельфия с рыбой. С нормальной рыбой. Там щука, окунь, что-нибудь наше. Красноперо. Сазан, фазан. Есть такого нет, есть лосось и угорь. Не, я не понимаю, что лосося, фазан у вас рыбы не водится больше? Рыбы фазан. Ну, Фазан, рыба, насколько я знаю, фазан. это птица. Птица. Причем тут что, роллы уже делают с птицей, что ли? Но с курицей делают. А как курица, она же не летает. Надо как-то посмотреть. Ну, смотря как ее, как говорится, ногой. Чем сильнее, тем дальше. Вы про это, что ли? С какой точки зрения находиться? Я вас понял. Опять о своем. Ясно. Хорошо, тогда Филадельфию с фазаном. Нет у нас Филадельфии с фазаном. Есть Филадельфия с креветкой, с лососем и угрем. Есть Филадельфия лайт. Лайт, это что, облегченная версия какого-то ролла конкретного? Да, Филадельфия лайт это Это рис, меньше рыбы лосось, или больше сливочный фазаны? сыр, авокадо и водоросли нори. Не, вот эту траву мне не надо, еще раз повторяю. Вот эти вот, если не шутите. Касательно... А водоросли нори входят в каждый почти ролл. Они функцию сдерживают, как связывание А что они там выполняют. связывают? Ролл. Ингредиенты между собой. Ну, Без понятно, то есть, по водорослей ролл сути, будет ну, я распадаться. понял, логически я вас понял. Если, допустим, дам рис, потом фазана кусок, масло и майонез. Все это макнуть в соус и потом нори, да? Молекулы. Ну да, водоросли ноли. Ясно. Касательно крольчатины свежей, поговорим сегодня. Есть или вы сегодня не делали? Нет, мы сегодня не делали, ну и в принципе не делаем крольчатину, блюд нет у нас. Так я с у вас брал крольчачьи лапки.
У нас есть куриные крылья барбекю и куриные крылья баффало. Не, крылья не надо. Я помню, как-то обосрался от них. Они острые, да? Ну, есть острые, есть не острые. А, нет, спасибо, не надо. Давайте потом ямам пробежимся. Потом ямам? Да. С кокосовым молоком, с креветками и с курицей. Это таких, ну, три в одном или отдельно три? Это три отдельных вида том-яма. Ясно. А с фазаном есть? С курицей есть. Не, спасибо. Сухомятку эту жрать. Так, ну с креветками это острое, по идее, да? Потому что том-ям вообще не острый, но с креветками должен быть острый, насколько я знаю. Да, том-ям с креветками острый, вы правы. Да я все знаю, я ж московский, я ж не замкадыш. Давайте тогда том-яма два. Что там, том-ям будете? А, будете том-ям? Ясно, давайте два том-яма. Добавил. Масло туда можно насыпать? Пожарнее, чтобы кусок масла вырезать, блядь, кинуть туда, чтобы оно плавало, блядь. К сожалению, нет такой возможности. Я понял. Так, галушки есть? Есть гренки чесночные. Не, мне с галушками суп нужен. Галушки домашние. Не, у нас есть суп крем из шампиньонов, туда гренки входят пшеничные. А мне не нужен хлеб, я хочу галушки. Нет, у нас галушек нет. А макароны? Ну, эти домашние. В том ям входит паста. Какая паста? Насрать хотите? Ну, там риса, да? Нет, есть паста. Паста какая? Мазерати? Хурасами. Хурасами. Я понял, ты что-то из киберпанка уже, блин. Хорошо, тогда касательно, ну, так-то вроде все, еще карты игральные бы. У вас просто не карты, да, можно еще передать? Да, есть. За сколько? Нету. ₽150 не стоит. О, ну, цена, так сказать, не кусается. Поэтому можно еще касательно поки и боул определиться еще в этом диапазоне немножко. Можно, как говорится, что есть в арсенале, рассказывайте, Светлана. С чем есть? Ну, что есть из поки и боулы, рассказывайте, Светлана, пожалуйста. Меня Дмитрий зовут. Да ладно, там какая разница, неважно. Просто хотелось бы попока. Вот лосось, да, поки с креветкой, поки с креветками кино, поки с креветками рис, поки с курицей кино, поки с курицей рис. Что значит рис. Кино? Кино? Кино — это пшено такое. А, род, чтобы кино род. Смотреть и есть, да? Или что это? Ну, это на ваш выбор. Нет, так а вы говорите в кино. А что, я в кино собрался, что ли? Кино. Ясно. Называйте просто поки с фильмом. Я под фильмец. Вот так вот. Значит, касательно... Это хлебная зерновая крупа. Не, крупы не надо. Я что, не какой-то, извините меня, животное крупу клевать. Давайте мне с лососем лучше поки. С лососем. Рис, правильно? Не, мне поки с лососем. А рис не нужен. Поки с лососем. Есть с кино, а есть с рисом. Нет, если кино вы, я вам сегодня кино не собираюсь. Уже время. Видели, какое кино? Обычный поки с лососем без кино. В кино не пойдем. Без кино. Значит, с рисом. Не надо рис. Просто поки с лососем. Без риса, без пшеницы. Ну, мы не можем убрать рис из поки. Это основной ингредиент. Он делается на основе либо кино, либо риса. Не понял. А зачем тогда авокадо там нужно? Ну, это как ингредиент. Так можно просто тогда рис не ложить, авокадо побольше.
Не слышу. Из него тоже нельзя убрать или добавить какие-то ингредиенты. Убрать можно какой-то определенный, если у вас там аллергия есть, но убрать рис мы не можем оттуда. Я вас понял, то есть не хотите содействовать, да? Все, как говорится, ради клиента, как бы хотелось бы, но получается все наоборот, все против меня. Я понял, значит, так, по напиткам мы определились, да, пиво? Вы же просили вам не предлагать алкоголь. В смысле? Но это я вас спросил, вам безалкогольный или алкогольный? Вы нет, сказали, так я же алкогольный вас спросил, даже да. Не предлагать. Нет, нет, тогда вначале я сказал так, а сейчас, когда я пообщался, я понял, что здесь без этого уже не разобраться. Пиво есть? Лайт лагер и Вайсбер. Нет, давайте наше, Жигулевское. У нас нет Жигулевского. Че, выпили, да? Лайт лагер и Вайсбер. Давайте без этих слов немецких всяких. По-нашему скажите, пивцо нормальное? Хорошее. Нормально, да. Ладно, Светлана. Фильтрованное да. Или не фильтрованное? Не, мне меня нужно, Дмитрий чтобы... Да, это не важно. Понял. Мне фильтрованное 2 литра. Фильтрованное 2 литра. Да. А что там по поводу тортиков? Какой мы там тортик заказывали? Да, пиво в наличии есть. Касательно тортиков, напомните, какой там был у нас? Один шоколадный торт мы добавили, Black Джин. А, ну, я ж такой не просил у вас. Я ж хотел Лолочку торт. Я могу его добавить в комментарий, чтобы он назывался так. Как? Как вы хотите. А как я хочу? Вы же меня не поняли. Ну, Лолочки у нас торта нет. У нас есть торт Black Джин. Лолочка. Шоколадная. Правильно? Торт Black Джин шоколадный. Лолочка. Ну, если хотите, я могу добавить комментарий, чтобы был Лолочка. То есть Лолочкин шоколад. Вот так вот напишите, да? Ну, это увидит только повар. А я? А вы будете об этом знать. Ясно. То есть вы не хотите мне соус пинчер реализовывать, да? У вас же у поваров там спросите, соус пенч, у них они все его добавляют в пиццу. Французский пенч. Ну, нет такого у нас. Хотя либо тогда... называется как-то иначе. Нет, называется... Это что это... по вашему заказу? Это касательно московского языка. Вы, наверное, замкадыш, да? Я чувствую, вы не московский, не местный. Правильно я понимаю? Не местный. Ясно, замкадыш, да? Да. Я сразу это почувствовал, потому что я коренной москвич, я это чувствую на расстоянии, вот это вот сразу. Так, сет мы заказали, да, роллов, так, трио заказали, супы заказали, правильно? Пиццу вы заказали. Давайте пройдемся еще раз по заказу. Да, давайте, аппетитная курочка 40 сантиметров с красным луком, 2 порциями. Сыром моцарелла 2 порциями, халапеньо 1 порция, огурцы маринованные 1 порция, курица 1 порция, пицца маргарита 40 сантиметров, пицца пепперони лайт 40 сантиметров. Привет, деда, здоровья и удачного патока. Позвони, беконом, пожалуйста, в круглосуточную. Лук красный 1 порция, пепперони 2 порции, сырный борт 1, курица 1, торт Black Джин. В греческих салатах 2, в том-ям с креветками 2. Да ничего там нет. Сам. Я понял, да, хорошо, ладно. Извините, отходил, удон. Можно повторить? Удон. Кто Андон? С какого момента? Все заново? Я Андон. Я остановился на слове удон. А, это я понял, да, давайте, можно, пожалуйста, по-новому? Заново, да, здесь заказ? Да. Аппетитная курочка, 40 сантиметров. Да, алло. В которую входит лук. Да нормально все. Ты как? Да не, я там заказываю. Еду заказываю, да. Ага. Ага. Да.
Ну да, давай. Заезжай. Давай, шуба. Извините, опять отвлекли. Можно повторить? Да, конечно. Да, спасибо. Готовы? Да, да, я извиняюсь, я здесь. Аппетитная курочка, 40 сантиметров. Дальше. В которую входит лук красный, 2 порции, моцарелла, 2 порции, халапеньо, 1 порция, огурцы маринованные, 1 порция. Курица, 1 порция, маргарита, 1 порция. Ну, все, давай, не мешай, я общаюсь. Ну, да, давай. Господи, да что ж. Да, да, пожалуйста. Маргарита 40 сантиметров, пепперони лайт 40 сантиметров, шампиньоны. Да, я знаю, блядь, туда-сюда, блядь, ну, время туда уходит, блядь, туда-сюда. Да нормально. Да нет, нормально все, я ж пиво выпил. Да, завтра на тракторе поеду. Алло. Да-да. Я вас не слышал. Продолжим? Сливочная 40 сантиметров. С беконом 1 порция. Пицца сливочная. Из вашего заказа 40 сантиметров. Бекон, лук красный, пепперони 2 порции, сырный борт 1, курица 1 порция. Давай, да, наливай, что-то. Торт. Не пойму, что. У меня звука не было. Алло. Да, да. Далее торт Black Gin шоколадный. Подождите, а греть, до 2 этого что было? Салата. Я не знаю, до этого что было? Сливочная пицца 40 сантиметров с беконом, с луком там красным, с пепперони. На пицце на этой, насколько мне помнится. Пепперони 2 порции, сырный борт, курица, торт Black Gin шоколадный, греческого салата 2 порции, да, давай, потом яма с креветками 2 порции. Да. Ладно, все, ну что, поговорили, хватит, что говорить. Давай, целую тебя. Не тыкай, пожалуйста, с человеком общаюсь. Извините, можно повторить? Торт Black Gin шоколадный. Не, 2 греческих салата. Лолочка там должна быть. Ну, торт Лолочка, правильно вы сказали? Торт Black Gin шоколадный. Лолочка. Я написал, что это Лолочка. Вот. Греческий салат. Так, 2 подождите, порции, так, извините, подождите, а вот вначале мы обсуждали пиццы. Можно все сначала повторить? Ты что-то не понял. Что-то пиццы вы пропустили или еще не дошли до них? Ну, давайте повторим пиццы. Пожалуйста. Сначала, аппетитная пожалуйста. Курочка. Да, аппетитная курочка. 40 сантиметров. Лук красный 2 порции. Моцарелла 2 порции. Халапеньо 1 порция, огурцы маринованные 1 порция, курица 1 порция. Далее пицца маргарита 40 сантиметров. Далее пицца пепперони лайт 40 сантиметров с шампиньонами. Далее пицца сливочная 40 сантиметров с одним беконом, да. С одним луком, с двумя порциями пепперони, с одним я сырным бортом и с да одной не, порцией курицы. Все путем. Деньги, бизнес, все такое. Алло, вы что, отходили? Да-да. Нет, я вас жду. А я что, я здесь, я вас слушаю. Ну, вы с кем-то там бизнес обсуждать начали, я решил прерваться. Да, это меня здесь отвлекает, меня же прокурор, напарник сидит, пожалуйста. Касательно салата, да. Я не понял, почему греческий салат вы мне написали? Ну, вы заказали греческий салат. Мне греческий, извините, мне не нужен, мне российский нужен. Зачем мне что, грек, галек или что? Грек какой-то. Убираем греческий салат. Можно, ну, его сделать, чтобы он был не греческий, а русский. Переименовать. Мне стыдно перед людьми будет. Добавил комментарий, что это русский салат. Во. Дальше. Том-ям с креветками 2 порции. Удон терияки 2 порции. С креветками. Да. С креветкой 2, да? Да. Удон. А туда пенчис тоже, да, добавили? Пенчис у нас нет.
А, ну тогда сухачину. И я тоже нет. Ее и не надо туда. Дальше. Игральные карты и Light Lager 2 литра. А это которые фильтрованные, вы имеете в виду, да? Да. Так, что-то я не понял, а касательно пиццы у нас 2 или 3 там получилось? Или все-таки 4, как я планировал? 4 пиццы, как вы планировали. А получилось как? Как планировал 4. Я? 4. Конечно. Ясно. Касательно еще у нас этот роллов, что у нас там? А роллы вы не выбрали. Так, насчет Филадельфии мы с вами объяснили, это с фазаном. Рыбой. Но у нас нет Филадельфии с фазаном. У нас есть Филадельфия лайт с креветки, с лососем и с угрем. Не, давайте без угля. Я хочу так просто, без поджарки. Хорошо, я понял. Тогда обычно давайте просто без угля. Филадельфию лайт? Давайте что-то какую-нибудь потяжелее. С креветкой. Ну, если там имеет вес она, то пожалуйста, да. Но самое тяжелое это с лососем. Тяжелое как понять? По весу, либо по силе калорий? По весу, да. Давайте весу. Тогда надо. Давайте. Мне по весу важно. С лососем. Ну, можно фазана. Фазана у нас нет. Ну, тогда без рыбы останемся, да? Есть лосось. Не, ну это понятно, что он у вас есть. У меня-то его нету пока что. Давайте тогда форель. Ну, лосось это форель. Ну, форель это лосось. Я вас понял. То есть рыба, у вас название одно, а рыбы две. Нет, это семейство. Лососевые. Подраздел форель. Не, ну понятно. А корюшка туда входит? Нет. А, ну, тогда давайте с фазаном. С лососем. Ну, как, две тогда. Филадельфии с лососем. И с фазаном. 8 или 12 штук. Давайте. Фазана у нас нет. Ну, ясно, тогда не надо, если нет. Это, Светлана, можно, пожалуйста, 12 все-таки? Меня Дмитрий зовут. Филадельфии с лососем. Меня зовут Дмитрий. Да, я вас не спрашивал, Филадельфия с лососем. Да. Или 8 или 12 штук? 12 штук, Свет. Филадельфия с лососем. Mm-hmm. Дмитрий. Я не Дмитрий, я нормальный. Меня Валера зовут. Очень приятно. А меня Дмитрий. Ну, я понял, Светлан. 12 штук, Филадельфия с лососем. 12 штук, да, и соус спайс. Спайсов мы... не продаем. Ну, давайте тогда без спайса, чё ж, по старинке, с обычным соусом. Соевый соус, он идет в комплекте. А, ну, если идет, тогда еще лучше. Дополнительно не надо идти за спайсом. Пожалуйста, дальше. Волхонка, дом 6, строение 7. Квартира 27. Это чей адрес? Мой или ваш? Ну, вроде бы как ваш. Я вас понял. То есть намекайте на то, что это не мой адрес. Я вас услышал. Я понял. Прикол понял. Павель Воля. Молодец. Значит, цена какая? 9895 рублей. 9000, говорит, дам, стоит вот это все. Да пошло оно все нахуй, тогда, блядь, пожрем, что есть, перемешов, ебанем, блядь, вермишели, в рот оно ебаться. Блядь, ну человек там ну, сколько, хорошо. Полчаса ждал. Да ну и вот этот, блядь, жрачку еще покупать за 9000, поворотники на Ниву куплю себе лучше. Ёлки-палки. Согласен. Сюда. Ужас какой, вы меня ж простите, а, ну ладно, тогда, дальше там поеду. Ничего страшного. До свидания, Светлана. Всего доброго, Владимир. До свидания, Светлана. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.
Пусть ветер несет воспоминания. Упадут стихи в огонь, но сгорит одна бумага. Как красиво. До свидания, Свет. До свидания, Владимир. До свидания. До свидания. Ну, сбрасывайте, я так не могу. Вы первый. Не, я не могу. Ну, до свидания тогда. До свидания. Ну, сбрасывайте. Да не, не могу. Нет, вы первый, не я. Нет, вы. Нет, вы, Светлана. Так, а что там насчет скидок вообще обсуждалось, что-то у нас сегодня пенсионерам? Где? Ну где? У вас на Фудбенд. Ну, если у вас какие-то промокоды есть. Да, нет. У меня промокод только на кресло есть. 20%. Это хорошо. Вам надо кресло со скидкой? Не-а. А, ну понятно, вы там стоя работаете, да? Не, у меня уже есть кресло удобное. А что вы на нем делаете? Сижу. А, ну тогда я могу вам предложить сидеть с кайфом. Вот, электронную одноразочку Вазол. Электронная сигарета Вазол. Вот, пассион, фруит, пенапле, кранберу, Вазол для вас, чтобы вы сидели и вот так вот курили электронную сигаретку Вазол и чувствовали силу извне, так сказать, ну, наполнялись энергией богов. Вот вам, пожалуйста. Ну, ладненько, не буду вас отвлекать, спасибо. Светлана, всего вам доброго, хорошего вам вечера, ночи. Всего доброго, Владимир, до свидания. До свидания, Светлана. До свидания. Вазул. Ну, сбрасывайте. Здравствуйте. Сбрасывайте. Нет, вы первый. Вы первый, а потом я. Сначала вы позвонили, я не могу гостя сбросить. Нет, сначала вы сбросите, а потом я. Я не могу вас сбросить. Почему? Ну, из уважения к возрасту. А я тоже не могу. У меня далеко лежит телефон на громкой связи. Ну, значит... Ждем, когда у вас телефон сядет. Ну тогда сбрасывайте. У меня-то компьютер не сядет. Не могу. А почему? Не могу я сбросить. Светлана, ну поймите меня правильно. Я все-таки мужчина, я должен быть солидарен, понимаете? Даю вам первой определиться в этом случае. Сбрасывайте, пожалуйста. Да нет, спасибо. Вы позвонили, вы сбрасываете, я не могу вас бросить. Не, так я ж позвонил, а теперь вы сбрасываете, чтобы по-честному было. Но я же не оформил заказ. Ну так вы ж не хотите мне оформлять. Ну я могу назвать готовить. Не, готовить-то вы можете, а заберет-то его кто? Ну вы же заказ делаете. Так, как я заберу, если вы в Москве живете, а я в Польше? Польша. Ладно, а Волхонка, дом 6, строение 7. Ладно, я шучу, я нормальный человек, я не в Польше. На Волхонке я сейчас нахожусь, но дело в том, что мы здесь, вот у меня сын здесь, у него Патау. Мы, дело в том, что, ну, думали, что это дешевле будет, мы сами замкадыши, вот, впервые в Москве, и тут цены что-то у вас слишком высокие. Понимаю. Да, ну ничего страшного. Ладненько, ну. Согласен. Ладненько. Всего вам доброго, Светлана. Я побежал. Всего доброго, Владимир. Удачной пробежки. Валера.
Хорошо, Владимир. Удачной поездки. Я услышал вас, Владимир. Я всего понял, доброго. Светлана, я вас хороший услышал, я проверки. Понял. 9 тысяч, это ж надо, брат, с пенсионера содрать хотели. 9 тысяч, ай-яй-яй-яй-яй. 9895. Вот, почти 10 тысяч с пенсионера, ай-яй-яй. Вот бы сказали, пенсионерам скидку 50%. Раз, та-тань, и все. Сразу бы мир заиграл иными красками, понимаете? А какой у вас промокод? У меня? Промокод, это, сейчас вам скажу, у меня есть промокод. Сейчас, одну секундочку, сейчас я вам скажу его, чтобы... Так, значит, это вы имеете в виду на кресло, да? На пиццу, на скидку, 50%. А, сейчас. Сейчас я вам скажу, тогда, на пиццу, вот, глад 20. Нет такого промокода, к сожалению. Да елки-палки, а. А на кресло есть. Это хорошо. Да. Ну так что, меняем тогда кресло на пиццу. У нас нет такой валюты. О, я вам кресло притащу, а вы мне пиццу отправите. Ну, у нас, к сожалению, банкомат не принимает кресло. Ну тогда скажите промокод свой, я им расплачусь. Я не могу вам промокод сказать, это вы мне говорите промокод, а я его только ввожу. Нет, так а вы, может, мне подарите, а я вам его скажу потом. Возможно, если вы заказ сделаете, нет, и так... вам будут промокоды приходить. Нет, так вы мне промокод скажете, я заказ сразу сделаю, с промокодом уже. У нас промокодов очень много по интернету, можете поискать. А есть такой, что у вас 100% скидка для меня? Если найдете. Ну, может, я вам тогда на гитаре песню спою, вы мне скидку сделаете 85%. Я не против послушать ваше пение, но промокод все равно нужен будет. Да не, ну а скидка хоть присутствует какая-то для такого исполнения моего? Конечно, конечно, если промокод назовете. Нет, так без промокода. Я без промокода, могу просто лирику рэпнуться. Я рэпануться могу, Светлана. Да, ради бога. Не, я могу просто... Вы какую музыку слушаете? Да, разную. Рэпчик слушаете? Рэпчинку? В частности. Ну, а какой именно вам нравится рэпер? Мария Шерн? Мария Шерн? Не, я такое не слышал. А, ну тогда ясно. Оксимирон, да? Оксимирона, да, слушал иногда. А кого еще? Марию Шерн, значит, не любите, да? Марию Шерн не слышал. Ну ясно. Ну это фристайлер молодой. Москов замкадыш. Тоже рэпчик делает. Лютый там басина. Это Кизару брат. Глэк. Кизару слушаете? Нет, такого не слышал. Правильно, и не надо. А кого еще слушаете? Сейчас вас слушаю. Не, вообще, какой рэпчик слушать? Я не рэпер, я гангстер. Так вы же вроде губернатор. Не, ну это понятно, да, профессия у меня, а хобби у меня рэп, гангстер. Я могу рыпануться, меня ничего не остановит. Если вы скажете стоп, я этого не сделаю. Я могу рыпануться, меня никто не остановит. Всегда и везде. То есть я гангстер. Как? Да. Допустим, мы вот, может, слушали такую песню «Районы города». Нас свела с тобой судьба навсегда. Не слышали, Махас? Нет, не слышал. Губами по телу, а что же ты еще хотела? Ты не доглядела, ты меня захотела. Я купил тебе цветы, но ты... Не знаете, нет? Нет, не знаю. Я понял, губернатор. Ясненько. Ну хорошо, тогда ладненько, побежал тогда побыстренько в туалет схожу. Ну, всего вам доброго. Тебе. Вам хорошего настроения. Вот, вот. Это самое. Светлана, до свидания. Всего доброго, Владимир.
Да, Валера. До свидания. 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 До свидания, Светлана. До свидания, Владимир. До свидания, Светочка. До свидания, Владимир. До свидания. 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 До свидания, Светлана. До свидания, Владимир. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, Светлана. До свидания, Владимир. До свидания вам. До свидания вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Да, до свидания, Светлана. До свидания, Владимир. До свидания. До свидания. Ну все, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я сейчас рыпанусь. До свидания. Не надо. До свидания. До свидания. До свидания. Ну все, Светлана, я побежала. До свидания. Всего доброго, Владимир. Удачной пробежки. До свидания. Пусть ветер унесет воспоминания. Спасибо. До свидания. 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 Так, ладно. До свидания. До свидания. Ну сбрасывайте, сбрасывайте. Ты все. Сбрасывайте. Ну все. До свидания. Мы первые. Ну до свидания тогда. До свидания. 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 Так, до свидания. Все, я побежал. Удачной пробежки, до свидания. До свидания. До свидания. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, а что насчет заказа? Мы это оформляем или нет? Ну, вы же вроде отказались, что дорого. А, ну тогда до свидания. До свидания. Ну, до свидания. До свидания. До свидания вам. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. И вам. Спасибо. И вам. Я сейчас отзвоню. Не надо. Ну тогда до свидания. Деда, позвони к Орешку. Зовут Эдик. Номерок 79038429329. До свидания. До свидания. До свидания. Так, ладно, ну все, ладненько. Я тогда пошел. До свидания вам. Хорошего вам ночи вам хорошего. И всего вам доброго, Светлана. Спасибо, Владимир, и вам до свидания. До свидания. До свидания. Все, я пошел. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания вам. До свидания. Когда я вас услышал, я сразу полюбил. Такая вы красивая, Светлана. Такая вы вся нежная, любимая моя, сладкая моя. Хотел покушать у вас пиццы, но не получилось. Я в вас влюбилась, я Светлана.
Светлана, вы мой космос, вы моя планета. Я люблю вас, моя Светочка. Опа! Так, сбросилась пасеки. Надеюсь. А, да, он, походу, сбросил. Я думал, все деньги со счета ушли. Пипеба, мы с ним общались 57 минут. Пасеки. Да. Нет, деньги не ушли. Да, мы с ним общались 57 минут, жесть. Ха-ха-ха-ха-ха.